Сегодня мы воссоздадим Макдональдс, в котором будем праздновать день рождения Гримуса. И пить его вкусный напиток. Очень. И поэтому у нас есть две команды, красная и синяя, которые будут соревноваться в постройке Макдональдса. И посмотрим, кто из них построит самый красивый, самый вкусный и самый просто великолепный Макдональдс. И у вас есть всего лишь 2 часа, чтобы это сделать. И, кстати, время уже идет, я его уже включил. В конце этого видео мы будем оценивать оба Макдональдса. И та команда, которая наберет меньше всего очков, будет за 1 минуту сочинять стих про Гримуса. Ну и, конечно, как же без традиционного салюта. Вот он. Ю-ю-ю-ю. А стройка уже идет полным ходом. А. 40 минут остались позади, и мы посмотрим, что получается у красной и синей команды. Здесь уже видно, есть целый Макдональдс, даже буква М. О. Ну знаете, вход довольно красивый, а еще эта табличка Макдональдс. Так, я захожу внутрь, и здесь, как обычно, ничего нету. Потому что это местные, они только захотели это с нами построить. Подождите, подождите, тут какие-то очень подозрительные полы. Блок мертвого огненного коралла, что? Это получается, что фундамент этого здания состоит из мертвого коралла? Нет, он искусственный. Это покрытие пола. В общем, я все понял. Вы не заботитесь о природе, я ухожу. Он же искусственный. Ну ладно. Кстати, нате вам Гримас шейк какой-то. Спасибо. А вот и синяя команда. Я надеюсь, что вы как красный не делаете фундамент из мертвых коралл. Нет. Вау, здесь маленький, но довольно красивый Макдональдс в современном стиле. Это современный Макдональдс. А внутри ничего нету. У них там хотя бы бревно валялось, а у вас даже бревна нету внутри. Зато смотри, какой красивая буква М. Согласен, это реально красиво. Вау, здесь даже второй этаж. Вау, посмотрите на это, здесь же стоишь на балконе и смотришь на закат. Это просто красиво, мне понравилось. А что на крыше? Даже на крыше есть какие-то вентиляторы. Крыша очень полезная вещь. Ох, в общем, не важно. А вот так выглядят эти Макдональдсы ночью. У красной команды здесь красивая подсветка. Все, наверное, из-за коралла этих мертвых. А у синих он даже не светится, что довольно обидно. Это скажется на моей оценке. В общем, ладно, я ухожу. И вот такого прогресса достигли обе команды за первые 40 минут. У них еще осталось 2 таких промежутка времени. И я думаю, что за это время они успеют построить что-то реально красивое. Чудесное и прекрасное. Но что гораздо интереснее, это... Чья же команда проиграет? Вы сами знаете, что будет с той командой, которая проиграет. В общем, смотрите шедевральный таймлапс. Я думаю, что даже не надо объяснять, что у них осталось очень мало времени. Вау, это уже выглядит гораздо круче, чем когда я был здесь в прошлый раз. А теперь здесь внутри есть... полноценный Макдональдс с какими-то гражданинами даже. Это Владик, новый работник. Владик, он продает семена тыквы, кувшинки и какую-то хаустонную серию. Давай. Пойдем за мной. Это только для персонала, на тебя бы за шасси ходить. О, чё? Это у нас печка, это фритюрница. А вот здесь богатый такой приехал на спорткаре. На Гримс шейк. Он еще хочет. Вот так надо. О. Нормально, все, пойдем. Вот это у вас тут фритюр не слава. Я думаю, картошка поджарится прям моментально. Уважаемые граждане, в общем, этот, вот салют вам. Все, я пошел. У него такая классная тачка, я бы тоже на такой поехал. Стоп, не порядок. Все нормальные строители ставят пимпочки на колеса. А сейчас мы посмотрим соседей Макдональдс, который гораздо меньше. Что они делают? Зачем они бьют жителей? Они уходят оттуда. Почему они крутятся? Они устраивают этот побег. Ладно. Здесь у нас реально очень крутой строитель, который умеет при помощи командных блоков заставить этих жителей просто крутиться или делать все, что он пожелает. Он может даже устроить революцию и свергнуть меня. Но он этого не будет делать, он добрый.
А пройдемте за мной. Тут вау, кола и бургеры. А это кто такой, продавец? Привет. Продавец, который ходит кругами, видимо, делает шаги, хочет быть очень здоровым. Вау, здесь уже накрытый стол, две банки колы и бургер. Я вот беру. А что, его кушать нельзя? Потому что он это... Потому что... Заберите свой бургер себе, все, я не буду такое есть. Тут есть второй этаж. На нем то же самое. Бургеры, кола. Прекрасный вид на то, как дед Инсайдик бьет бедных граждан. Да, да. Что? Все, ты свободен. Он ненормальный. Он реально ненормальный. Не говори такого, пожалуйста. На самом деле очень добросовестный и хороший гражданин. Я ничего не понял, но у вас здесь очень интересно. Ребята, а куда ваши граждане сбегают? Они сбегают в лес. Вот. Так вот. Режу. Подождите, мне надо отключиться от войса, чтобы сказать кое-что подписчикам насчет вас. Что? Они убивают бедных граждан, поэтому надо им отомстить. Для этого нам понадобится динамит, рельсы, вагонетка и красная кнопка. Хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп. За наших граждан! Куда? Если вы хотя бы еще раз тронете хотя бы одного гражданина, то я приду сюда и взорву вас, короче. Мы хорошие. Мы самая добрая, это... У них осталось всего лишь 40 минут на то, чтобы все закончить. Это очень мало. Я думаю, что они не успеют. Время вышло. Я пригласил сюда двух судей, судей, и они вместе со мной будут жестко и честно оценивать получившийся Макдональдс. Ведь наказание реально очень жесткое. Придумать песенку про Гримаса за одну минуту и спеть их. Да, я согласен, что это ужас. Сейчас я на Эники-Беники решу, куда мы пойдем. Эники-Беники ели вареники, Эники-Беники, бац. Команда красных. Вот так выглядит Макдональдс у синей команды. Вы просто посмотрите на этот декор, как красиво. Судьи, что скажете? Ну, в принципе, нормально. Могло быть и лучше. Да, кстати. Пойдет. И вот Макдональдс красной команды. Он тоже очень красивый. Ой, как же я проголодался. Но хорошо, что у меня есть немножко денег. И я пойду вот в этот Макдональдс. Здесь написано Макдональдс. Здесь везде растет трава. Здесь вообще жесткий Макдональдс. О, всем привет. Привет, граждане. В общем, здравствуйте. Я хочу у тебя купить новинку Гримас Шейк. Вау. В общем, я накупил себе очень много Гримас Шейков. Мне не хватает на бургер. Деньги, ура. Ура, деньги. Как они там оказались. Я купил себе вкусненьких бургеров, вкусненький Гримас Шейк и пойду его пить. И чё, почему я не отравился? Потому что это хороший Гримас Шейк. Вы понимаете, что вы сломали систему? Да. Спустись, почему я не отравился? Ты испортил все, что... Да почему... Да ладно. Мне можно. Ну, раз я не отравился, можно я буду работать в вашем чудесном магазине? Да. В качестве оплаты я хочу, чтобы мне каждый день давали бесплатные бургеры. Хорошо. Бум-бум-бум-бум-бум. Вот мое помещение, в котором... А, туалет. Мое рабочее место не в туалете. Привет, Влад, мы теперь соседи. Смотри, как твой новый работник круто умеет готовить, зырь. Он берет быдыш и приготавливает картошку фри. Ну как? Гримас Шейк во фритюре. Я могу так сделать, и теперь бургер очень вкусный. Так, дай мне картошку, сейчас я сделаю жареную картошку. Бросаем ее во фритюр, и все. Че? Печеный картофель, на. Как бабушка учила. Ну как? Ну как? Не соленый. Да ты мне соль не дал. Это не просил. Дай соль, дайте мне соль. Берем соль, потом бросаем туда картошку. Ой, в общем, на. Ну как? Пересолено. Подожди. Хыть, на, ешь, картошка. Ну? Ну, слегка твердо, но так-то вкусно. Полезай во фритюр немедленно. Полезай во фритюр. У вас тут даже гримас работает, как клево. Научи меня жарить картошку, а то я не умею. Конечно. Сначала берешь обычную картошку и закидываешь ее сюда. Ага. И у тебя получается... Жареный салат. Да. Ладно, пойдем подавать. Короче, ребята, граждане, вот вам эти еда, короче, вкусная. Дай мне Гримас Шейк. Держи. Ладно, пришло время выпить вкуснейший Гримас Шейк. Ах, какой же он вкусненький. Погоди, я забыл яд положить. Помогите. Очень эпично. А теперь пришло время профессиональным судьям, ну вообще профессиональным, оценить этот Макдональдс. Макдональдс выглядит внешне довольно привлекательно. Здесь
здесь есть такая вот надпись. Внутри есть граждане. В общем, очень красиво. Каков ваш этот вердикт? Ну, 7.5. Хорошо. Ну, а лично мне очень понравился этот Макдональдс. Он как снаружи, так и внутри красиво выполнен. Так что я думаю, что он заслуживает 8 баллов. А что же мне поставите? Так, сколько хочешь. Все выполнено очень красиво, мне очень нравится. Но единственное, что мне очень не понравилось, это знаете что? Что? Сейчас я вам покажу. Идите сюда. Смотрите, здесь фундамент из мертвых кораллов. Я ставлю за такое всего лишь место 10.9.5. Все. В этом Макдональдсе 25 очков из 30. Я не знаю, это много или мало. Все решит второй Макдональдс. Ты этот, на всякий случай уже приготовься, там все дела, песенка. Вау, этот Макдональдс выглядит как... Макдональдс? О, тут даже машина припаркована, смотрите. Это машина Гримаса. Да, это моя машина. Здесь даже сзади есть лес, в котором выращивают курочек, чтобы делать бургеры. Ой. Жестко. Ну а теперь пришло время зайти в сам Макдональдс. О, здравствуйте. Дядька, вы кто? Здравствуйте. Какой? Что вы хотите взять? Бургер 15 алмаза, Кока-Кола 3 алмаза, Гримас Шейк 12 алмаза, супчик 4 алмаза, стейк 7 алмаз. Короче, я пошел в другой Макдональдс закупаться. Тут слишком цены большие. Смотри, я беру Гримас Шейк, беру бургер, беру супчик, стейк и колу. На. Хорошо. Вот ваша сдача. О. Я пойду на второй этаж сдать свой заказик. Кто за люди здесь ходят? Привет, ребята, привет, привет. Ой. Вот ваш чек. Вот ваши подносы. И вот ваша вот летающая еда, да? И вот ваш самый главный... Гримас Шейк. Ура. О, привет, Гримас. Привет. С днем рождения тебя. Спасибо. Это я для тебя все заказал. Для меня? И представляешь, как плохо после того, как я тебя угостил, давать мне отравленный напиток. Нет, только это вкусно, наоборот. Можно я вас отвлеку? Можно спросить кое-что? Чё? Чаевые будут? На. Да. Ура, спасибо. Спасибо. Ура. Ура. Какой же крутой ты напиток сделал. Я буду его сейчас пить. Да. Смотря в окошко. Вим-вим-вим. Бум-бум. А, мне плохо становится. И, в общем, меня отравили. Ну, как тебе? Вкусно? Да, вкусно. Мне нравится. Что с тобой не так? А... Оу, ноу, как мне плохо. Все, я иностранец лютый. Эй, а кто меня спасать будет? Ой. Вот будете знать, как пить всякие непонятные напитки в всяких непонятных ресторанах, понятно? И вот такой классный Макдональдс построили синие. Давайте оценим все это. Это максимум 5.5. Почему 5.5? Ну, честно говоря, по внешнему виду, тот Макдональдс мне понравился больше. Поставлю 7.5. Ладно. Даже если я поставлю 10 из 10, ничего не поменяется. Я ставлю 10. Здесь 23 очка из 30. И получается, что у вас меньше, чем у красных. Зато мои бургеры есть, можно. У вас есть одна минута, чтобы придумать песенку про Гримаса. Не пейте, люди, Гримас Шейк, иначе станет плохо вам. Лучше, да, пейте водичку. Ребят, время вышло. Все, давайте. Рассказывайте, что у вас получилось. 3, 2, 1, 0. Не пейте, люди, Гримас Шейк, иначе станет плохо вам. Не пейте, люди, Гримас Шейк, иначе придет монстр и станет и убьет вас. Понятно. На сегодня все. Подписывайтесь.